75% украинского эфира будет на украинском языке. Верховная Рада ввела квоты на телевещание, согласно которым 3/4 программ и фильмов в Украине должны выходить на государственном языке. Президент Порошенко уже заявил, что подпишет закон в ближайшее время. Противники нововведения опасаются, что языковые квоты приведут лишь к дальнейшему расколу в обществе. Багато говорили про тоталитаризм. Противники закона много говорили о том, что это навязывание большинством воли меньшинству, что это не европейские стандарты. Но это как раз европейские стандарты. Подобные законы существуют в целом ряде стран Европы. Тоталитаризм – это когда на украинской земле уничтожали украинский язык и запрещали на нем говорить. Хватит заниматься подменой понятий. Людей пытаются стравить между собой. Все языковые, идеологические вопросы, их нужно отложить и заниматься вопросами экономики. Сегодня экономика на первом месте должна быть. Наша позиция – экономические вопросы, экономические законы и поддержка реального сектора, социальные законы – это то, что нужно делать. После подписания закона президентом у телеканалов будет 16 месяцев для того, чтобы подготовиться к переходу на вещание в новом режиме. В частности, советские фильмы и передачи могут выходить в эфир с субтитрами на украинском. А киноленты и программы, снятые после 1991 года, обязательно должны быть дублированы. Исключение депутаты сделали для научно-просветительских программ, для которых разрешен один из языков Евросоюза, либо крымско-татарский язык.